Четверо равных, четверо разных, четверо великих, театр четырех актеров. На сцене Кремлевского концертного зала легендарный государственный квартет имени Бородина. Свою программу они начинают с раннего квартета Шуберта. Близкие друзья Нижегородской филармонии неразрывно связаны с историей Сахаровского фестиваля. Чтобы впечатлить требовательную публику, они выбирают бесспорные мировые шедевры. В программе вечера восьмой квартет Шостаковича «Памяти жертв фашизма и войны». Сотрудничество с великим композитором – особая страница в жизни коллектива. Шостакович очередной раз будоражит. Ощущение открывшегося космоса какое-то возникает. Очень действительно страшно. Ни один концерт квартета Бородина не обходится без произведения композитора, чье имя он носит. На этот раз звучит первый квартет. По сравнению с очень популярным вторым квартетом, находится несколько в тени, но мы решили эту несправедливость своими силами исправить. Квартет Бородина неизменно следует своим идеалам исполнения классической музыки, за что его особенно ценят слушатели. Подача музыкальная очень яркая, очень колоритная, звучит замечательно. Публика здесь необыкновенно теплая, необыкновенно искренняя, очень знающая, очень культурная. И мы каждый раз с нетерпением уже ждем встречи снова и снова.